С наступлением теплого времени года на рынках и в супермаркетах появляется большой выбор фруктов и ягод. Конечно, по-настоящему вкусные и полезны лишь сезонные сорта, которые созревают в естественных условиях, без нитратов и пестицидов. В этом году ввиду аномальных майских температур черешня и клубника созрели гораздо раньше, так что пришло время разобраться, как выбрать самые сочные, сладкие, а главное – безопасные плоды. Начнем с клубники. Эта ягода богата витамином С, клетчаткой, витаминами группы В и различными питательными веществами. И антиоксидантами. Если за клубникой правильно ухаживать, она дает богатый урожай. Так что устраивать проверку на чистоту нужно только самым ранним плодам. Напичканная химией клубника обычно не имеет запаха, ягоды темные, с бугорками или сдвоенные. Вычислить врага можно так. Промойте и засыпьте ягоды сахаром. Натуральная клубника обязательно пустит сок. Хранить клубнику лучше немытой в холодильнике при минимальной плюсовой температуре, в коробке из прочного картона или дерева с отверстиями для вентиляции. Кстати, не спешите обрывать хвостики. Их отсутствие запускает процесс разрушения витамина С. Теперь расскажем о черешне, которая уже начинает появляться на наших рынках. В плодах черешни содержатся провитамины А, С и П, большое количество фосфора, кальция и железа, а также витамины группы В. Черешня стимулирует деятельность почек и печени, улучшает кровообращение. Чтобы насытить организм полезными веществами, которые есть в черешне, нужно съедать не менее 300 граммов продукта ежедневно. Как и большинство других ягод и фруктов, черешню желательно есть между приемами пищи. Теперь о правилах выбора черешни. Ягода должна быть плотной, блестящей, без вмятин и трещин на кожице, со сладким ароматом, без примесей запаха гнили или брожения, а также с упругими зелеными плодоножками. И это свидетельствует о том, что черешня свежая. По внешнему виду ягоды почти невозможно определить, вредна она или полезна. Но стоит обратить внимание на аромат. Если присутствует запах нефтепродуктов, то покупать этот товар не стоит. А вот люди с тонко развитым вкусом при потреблении продуктов с высоким уровнем нитратов могут ощутить легкое пощипывание на корне языка. Чем темнее ягода, тем больше в ней полезных и питательных веществ. А в розовых плодах больше витамина С. Храните черешню исключительно в холодильнике. Кстати, черешня имеет уникальное свойство. Чем дольше ее хранят, тем выше в ней уровень витамина С. Пик концентрации витамина в ягоде достигается на третьи сутки хранения в холодильнике. Итак, это основные рекомендации. Выбирайте только качественные продукты, будьте бдительны и не дайте себя обмануть.